Итак, ребят, небольшое продолжение того, что мы сегодня рассматривали относительно политики конфиденциальности Wargaming и конченности Кислого и вообще того, что вся эта шобла работает на спецслужбы разных стран, передает им вашу всю личную информацию. В самом низу, ребят, оказывается, вы можете не продавать мои данные. Итак, у вас, у каждого из нас есть право на отказ. Давайте прочитаем, как это выглядит. Если Wargaming продает ваши данные в соответствии с определением термина «продажа» в CCPA, вы можете, вы имеете право в любой момент отказаться от продажи ваших данных нами, третьим сторонам. Ребят, круто, да? Четко написано, что они продают третьим сторонам наши данные. Wargaming продает. Класс? Супер. Белым, вернее, черным по белому написано, что Wargaming продает вот нами, то есть Wargaming, ваших данных, то есть наших данных, да, третьим сторонам, ребят. Ну, других слов у меня нет, кроме как матерные. Ну, в общем, смотрите, каждый из вас может отказаться, нажав вот сюда, не продавать мои данные. И здесь у нас написано, значит, я не нашел, я являюсь сотрудником? Нет. Кандидатом? Нет. Бизнес-партнером? Да тоже нет. Участником исследования? Нет. Участником опросов? Нет. А где же просто игрок World of Tanks? Где просто написано, что я являюсь пользователем игры вашей? Где это написано? Нигде. Поэтому мы можем выбрать исключительно вот такую вот позицию. Я выбираю участник опросов. Тип у нас здесь получается возражение против обработки данных. И смотрите, каждый из нас здесь должен написать свой никнейм, свой Wargaming ID. Это его можно найти непосредственно в личном кабинете. Email должен быть обязательно. Дата получения должна быть обязательно. Ну и суть возражения. Я, например, написал так. И продублировал, кстати, в... как он называется? Ну вот когда мы письма отправляем, да? Этим в разработчикам там или кто там рассматривает эти жалобы там. Короче, туда тоже копию написал, прям скопировал все и отправил. Сделал скриншот. Итак, суть у меня была такая. Я являюсь пользователем игры Wargaming, вернее, игры World of Tanks от wargaming.net. Соответственно, я требую... Или нет, требований у меня там не было. Но, в общем, я против обработки данных, запятая, продажи и передачи моих данных и всей информации, связанные с моей личностью. Все информации, связанные со мной. Соответственно, я сейчас не читаю, просто я вспоминаю, поэтому акаю и так далее. Запятая и все информации, связанные с моим компьютером, которую вы могли бы или достали любым способом, ну, как-то так. И любому, ну, против продажи, передачи и дарение любому, в общем, как-то я так написал, хрен его знает, я уже не помню как, но, в общем, ребят, ну, естественно, отправил. И там было написано, что если ваша жалоба, ваше письмо, значит, не соответствует именно возражениям против обработки ваших данных, значит, оно не будет обработано. Поэтому сюда можно отправлять только вот именно связанное с вашими правами, собственно говоря, правами человека. Ответ будет дан мне в течение 30 дней на мой email, в связи с чем, как бы, я и не знаю, я рад, что я обратился сюда. На самом деле, что я хочу сказать вам, ребят? Я так полагаю, что если мы залезем вот сюда, в политику конфиденциальности, давайте посмотрим, есть ли у нас такая возможность, давайте посмотрим. Я так думаю, да, мы сюда залазим, именно в политику конфиденциальности Wargaming. Единственное, что хреново, то, что, скорее всего, я по-английски не бенимэ, но если мы сделаем вот таким образом и найдем политика конфиденциальности, так, не помню, как пишется, конфиденциальности,
реальности Wargaming God 2000, допустим, 18 года. Давайте мы посмотрим, попробуем ее найти. Может быть, мы что-нибудь найдем. Да, мы хотим именно такое слово — обновление политики, вопросы. Я, правда, не знаю, будет ли найдена у меня вот эта вот политика или нет, именно файл сам по себе. На мой взгляд, это крайне важно. И просто я к чему это все, ребят? Я думаю, что, к сожалению, здесь именно на английском языке ни хрена здесь не поймешь. Вот, я к чему это говорю? Я говорю это к тому, именно что, скорее всего, такой же, точно такой же текст содержался на протяжении этих 10 лет. Вот, и 10 лет, все эти 10 лет Wargaming продавал наши данные третьим лицам. Вот кто решит купить, всем продавали. Вот примерно так, друзья. Сами думайте, что это за товарищи. Тут, правда, что-то написано про несовершеннолетних, детей, там, Калифорния, там. В общем, как-то так, ребят. Я, в общем, написал. Если у вас есть какие-то мнения по этому поводу, пожалуйста, тоже пишите комментарии. Обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Ну, дальше будет интересней. Всем удачи, пока.